Итак, сейчас я хочу провести маленький эксперимент на золотом рынке Шарджи. Когда женщины видят столько украшений, золота, бриллиантов и других самых разнообразных и ювелирных изделий, у них начинает отключаться по чуть-чуть мозг. И мы им зададим простой вопрос: в каком городе мы сейчас находимся? На самом деле мы 2 дня находимся в городе Шарджа в Арабских Эмиратах. Но вспомнят ли они это? Да, в каком городе? Я? Да. Ну как этот город называется? Ну, 2-й день в этом городе. Инна, в каком городе мы находимся? Шарджа. Я в Нирване. Аля, в каком городе мы сейчас находимся? В Дубае. Понятно. Не, вспоминай. В каком городе? Надя, в каком городе мы находимся сейчас? Арабские Эмираты. Дубай. Шарджа. Правильно. Запомнили? Нет, тут меня не выговаривают. Я завтра переспрошу. Да. Вот еще. Да, вот. В каком городе находитесь? Инна, в каком городе вы сейчас находитесь? Придумала ты. Понятно. В каком городе мы находимся сейчас? Я не знаю. Шарджа? Тань, Шарджа. Шардж. Еще раз. Ши. Аля, в каком городе мы находимся? 2 часа назад мы учили в кафе это слово. Инга. Шардж. Шардж. Надя, в каком, как еще раз, в каком? Шардж. В каком городе мы находимся? Шардж. А что? Шардж, Дубай. Все, все, мы находимся в городе Шарджа. На всех сувенирах, на магнитиках, на этом написано. И вот уже почти ночь, мы покидаем золотой рынок, и наши девчата сидят на улице, уставшие от шопинга. Еще несколько человек мы не спрашивали. Пойдемте спросим этот очень простой вопрос. Тома, в каком городе мы сейчас находимся? Не скажу, тайна. Шарджа. Итак, после чуть-чуть охлажденного, как бы, эмоций, съев много мороженого, выпив коктейлей со льдом, наконец-то наши девушки вспомнили, как называется этот славный город в Арабских Эмиратах. А вот если бы еще 100 грамм выпили, я быстрее запомнила. Как нам было брать? Шарж. Шара? Шаржа. А? Ну еще раз. Молодец.